1 февраля в Северном Казахстане отключают аналоговое эфирное телевещание. На его смену приходит современный цифровой формат. В хорошем качестве для жителей областного центра доступны до 26 отечественных телеканалов, в районах 10. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан». Какие преимущества предусмотрены для зрителей диджитал-формата, расскажет Абай Айжанов. Отказ от аналогового и переход к современному телевещанию. Теперь жители 617 населенных пунктов Северного Казахстана могут смотреть любимые телеканалы без помех и потерь с более качественным изображением, нежели раньше. Для полного перехода на цифровое вещание в регионе установили и модернизировали 42 радиотелевизионные станции. Охват у нас сейчас 98% населения области. Доступ к казахстанским и местным каналам доступ на равных возможностях. То есть, если, допустим, раньше, ну вот у нас представлена здесь аналоговая телевидение. То есть каждый канал работает на своей отдельной частоте. У каждого канала разные возможности по охвату населения, разное качество как бы подачи. В цифровом формате у нас все телеканалы идут с одинаковым качеством, абсолютно одинаковым уровнем доступа, уровнем сервиса. С переходом на диджитал формат североказахстанцам доступны 10 отечественных телеканалов, а жителям областного центра до 26. Преимущество вещания – высокий уровень защиты и качество сигнала, который можно передавать на большие расстояния. Специалисты говорят, аналоговый формат – пережиток прошлого, поэтому он скоро прекратит свое существование. В период с 28 января по 1 февраля 2021 года в Североказахстанской области произойдет поэтапное отключение аналогового телевидения. То есть на сегодняшний момент у нас в зависимости от населенного пункта, в зависимости от района, телевещание в аналоговом формате осуществляется от 1 до 4 ТВ-программ. Для подключения к цифровому формату телевизор должен поддерживать стандарт DVB-TV2. Если такой отсутствует, то нужно докупить дополнительный ресивер. Устройство продается в любом магазине бытовой техники или на рынках. Североказахстанцы уже оценили все прелести нового формата телевещания. Качество картинки, изображения. Качество лучше стало, ярче. Понимаете, вот такие сочные краски стали, такие вот насыщенные, красивые стали. Вот. Видно, что улучшается вот это телевидение. Красиво. МТРК хорошо показывает, ОРТ хорошо идет. Все каналы отлично показывают. Качество за последние годы улучшилось в нашей стране и становится интереснее смотреть каналы с каждым годом. Абай Альжанов, Михаил Казначеев, новости МТРК.